tulemast, austatud ajakirjanikud, suured tänu teile, et olete tulnud meie pressikutsele. Et täna siis oleme mina, Olga Ivanova ja Edgar Savisaar teie ees, et vastata küsimustele. Конечно, какая-то ясность появилась, хотя неопределенности осталось чуть не меньше, чем было. Что бы хотела сказать русскому избирателю, язычному, который традиционно голосовал за центристов? Сегодня, наверное, в определенном смысле историческое событие, когда Эдгар Сависаар решил выйти со своим избирательным союзом. Сегодня мы говорим о том, что центристы во многом не выполняют тех обещаний, с которыми мы шли на выборы эти многие годы. К сожалению, центристы, возможно, не мыслят так широко и так глобально, как когда-то. И именно для этого мы создаем этот избирательный союз, чтобы у людей возникла возможность выбирать и предложить избирателю те идеи, масштабные идеи, за которые он готов был бы отдать свой голос. Сегодня центристская партия меняется, меняется ее стиль руководства, меняется ее риторика, и наша цель в том числе при создании этого союза вернуть к тем изначальным истокам центристскую партию, сделать ее вновь такой же, которая она была, которая защищала традиционно интересы, в том числе и русского избирателя. Мы понимаем, что русский избиратель на протяжении многих лет, порядка десятилетия, доверял свой голос. Он надеялся на эту партию, потому что только на местных выборах ряд или категория жителей могла прийти и проголосовать и поддержать партию. И это местные выборы, потому что серопаспортники и обладатели красных паспортов могут ходить на выборы только раз в 4 года. И в определенном смысле для центристской партии это был такой залог на то, что эти избиратели надеются и на отстаивание их интересов и на парламентском уровне, на уровне государства. И поэтому сегодня мы выходим с этим союзом и надеемся, конечно, на большую поддержку, потому что по всем опросам, как и ЭМОР сделал один из последних, 42% избирателей центристской партии готовы поддержать этот избирательный союз. Вопрос один конкретный о возможных сторонниках, поддерживающих и прочих. Знаете, это такой вопрос, на который надо ответить после выборов, а не до выборов. Учитывая различные обзоры общественного мнения, я считаю, что этих людей, очевидно, будет немало. Эти люди, которых мы поддерживаем, и которые за нас. Спасибо.